Рой Джонс-младший, известный американский боксер, который захотел стать россиянином, сегодня получил гражданство России. Указ, подписанный президентом, опубликован на официальном сайте Кремля. Спортсмен заявил, что планирует освоить русский язык за год. Во всяком случае, надеется научиться к этому времени говорить так, чтобы его понимали без проблем. А россиянином, по признанию Роя Джонса-младшего, он чувствует себя давно. Ведь, цитирую, «русские люди так любят бокс».